Старт регистрации участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов начнется совсем скоро, в начале сентября. Об этом сегодня было объявлено на заседании Национального подготовительного комитета. Оставить свои заявки делегаты смогут на специальном сайте Росмолодежи, а также через приложение для мобильных устройств. До грандиозного события чуть больше года. Форум, на который соберутся представители 150 стран, пройдет в следующем году в Сочи с 14 по 22 октября. А начнется все с большого парада в Москве. Сегодня мы увидели, что студенты со всей России, всех федеральных университетов, всех крупнейших молодежных организаций готовы вступить и работать на подготовку фестиваля, принять в нем самое активное участие. Поэтому фестиваль пройдет по всей стране. Конечно же, мероприятия главные пройдут в Москве и Сочи. Фестиваль действительно станет городским, как всероссийским, городским, как это и было в предыдущие годы, как это было на других фестивалях. Все жители города и со всей страны, кто приедет на фестиваль, смогут принять в нем участие.